До празднования Дня Победы осталось меньше недели. В городе полным ходом идет подготовка к торжественным мероприятиям. Одной из площадок будет фестиваль «Вкус Победы». Свои фронтовые кухни представят 7 ресторанов города Кирова. Как всегда, в меню будут представлены блюда времен Великой Отечественной: малосольные огурцы, хлеб с салом и каши, гречневые и перловые. Но каждый участник конкурса будет готовить эти блюда по-своему. На набережной развернется большая фронтовая кухня. Возможно, на фестивале кировчане смогут увидеть и даже потрогать уникальные находки военных лет. Их сегодня показали частные коллекционеры. Среди редких экземпляров фотографии военных поваров и латунный чайник, который прошел и Первую, и Вторую мировую. Чайник на самом деле уникальный. Он даже еще, наверное, с времен Первой мировой войны. Но таких предметов к началу Великой Отечественной войны было очень много, но особенно в деревнях, естественно, потому что там все, что можно, использовали до последнего. Такой вот он латунный, красивый чайник. Фестиваль «Вкус Победы» пройдет по традиции на набережной Грина. Кроме того, из праздничных мероприятий в афише большой концерт на Театральной площади. На площади Конева в 11 часов начнется парад автомобилей. Участники проедут по центру города, будут останавливаться у цирка и филармонии. У «Вечного огня» весь день будут показывать концерт для ветеранов и фронтовые фильмы. А в 22:00 на театралке запустят праздничный салют.